father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин, и я начинаю делать прохождение на игру Mafia 2. Я выбираю средний уровень сложности и стартую, да. Настроил звук предварительно, чтобы вам было хорошо слышно. Так, поехали. 2K Games. Представляет. Мафия 2. Игра, конечно, супер, и сейчас мы послушаем историю Вито Скалетты. Меня зовут Вито Скалетта. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Тяжелая итальянская жизнь. Покинуть Сицилию. Пересечь океан. И начать новую жизнь. В Америке. Не очень хорошую жизнь, я считаю. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Согласен полностью. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Ну, Вито, быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Так, первая глава. Историческая родина. То есть Вито возвращается на родину, на Сицилию в июле 1940. Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà.
Ладно, скалета, стреляй! Надо зачистить подкову! Двинули! За мной! Дьявол! Ammazzare, essere zappare prigionieri prima che arriva l'esercito. Caprao, c'è per ritenere duro se ce la fai. Voi с Вильямсом снимите пулеметчика, потом ищите пленных. Каждый человек на счету. Спара дугунну, той обману. Так не пройти. Ну, похоже, мы на конец, но у тебя граната. Берегись! Давай гранату в окно! Эй, скелет, ты там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Бери столько патронов, сколько унесешь. Вдруг больше не будет. Ничего себе. Пленные видно наверху. Учить это я прямо за тобой. Эй, черт, мастником. Бегите, викинту. Есть. Арень, Олифа. Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Черт, не выгорит с балкона. Давай обратно внутрь. А у древочисти! Оливру! А у древочисти! Выбить тот, кто зовет! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ho sparato, pecciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da fare! L'hai davvero, Don Calò? Questa è finita! Cacetto! Un congego hanno samaritato un cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Так, заканчивается у нас первая глава. Вторую я чуть-чуть начну и на этом завершу. Так.
там дальше чуть-чуть будет интереснее. Так, глава 2. Дом, милый дом. Два года спустя Empire Bay. Не успел я чуть-чуть. Так, Вита Скалета возвращается у нас уже домой. Видимо, как он приезжает назад. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Смотрим, кто встречает Вита. Это Джо, который был вначале, уже изменился. Вита! Я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Так, нас встречает Джо, наш лучший друг. Ну, и везет нас в таверню, я не знаю. Вот это он, Empire Bay. Колись, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в Акопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, сейчас подожди-ка. Сейчас дела для Вита, поделай документы, чтобы он уже не мог вернуться на фронт. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо! Вита Скалетта! Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, стой, стой. Ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, конечно, не слишком шутишь. Рискованно. В случае чего сидеть, ты мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Денег у него. Машина, квартира. Всегда пожалуйста. Комуна фратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Какая привлекательная дама смотрела. Приехали. Да, спасибо. Сдачи не надо. Первая мафия, вторая. Вторая мафия
Отпусти его! Так, мы сейчас вернемся! Надеюсь, это наше. Конечно, да. Второй части Вита и Джо убьют Томми Анджело, который уже в возрасте. Ну так, мы тут возвращаемся. Привет, мама. Я вернулся. Вита! Вита, сынок! Ты вернулся! Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как ждали. Дела? Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди Полло. Тебе полезно. Ну что, тепло встретили. Вита. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Перед ужином нужно помолиться. Бенича, сеньоре, команчара, кипарунта. Помоча вельно, провидене поручило на нас. Кристо ностро, сеньоре. Аминь. Помолились, покушали. Но теперь нужно я... Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Так, все. На этом мы сейчас... Мамочка, отходите, пожалуйста. Сынок, блин, сынок очень устал. Так, на этом, думаю, пора завершать первую главу. Вообще, и вторую мы я задел. Кто не заметил, увлекся. Встретимся во второй главе.